друзья, я нахожусь в центре Алании и иду на фестиваль туризма. Вы знаете, что начался фестиваль туризма, поэтому в этом ролике вы видите меня первый, ну, наверное, может быть и последний раз, потому что я буду показывать вам все самое интересное, что увижу сама. Парк около мэрии засадили яркими-яркими цветами, и сейчас начнется парад городов-побратимов. Именно с этого и начинается фестиваль культуры и туризма в Алании. Пока что я увидела только грузинский флаг и представителей Грузии. На самом деле у Алании очень много городов-побратимов, по-моему, 13 или 14. И все эти города-побратимы будут принимать участие в параде. Вот здесь такие красивые лошади. Вот эту лошадь зовут Булут. Все в тенечке. Я думала, что там народу на площади было мало, а оказывается, все стоят в тенечке. И Керим Бей главный в борьбе масленичных боях. Он староста масленичных боев в Алании. Вот такой вот у него классный пояс. Здравствуйте, добрый день, друзья. Буалтын мы? Это золото, полтора килограмма золота, пожалуйста. И вот такой вот у него классный пояс золотой, 1,5 килограмма. Ну а сейчас все отправляются на торжественный парад. Традиционная... Традиционная аланийская одежда. И сейчас все садятся на лошадей. Вот еще такой красивый конь тоже в традиционной аланийской одежде, в шароварах. А вот дети в традиционной турецкой одежде танцуют, девочки и мальчики. На такой жаре и зашла в кафешку, взяла себе вот такой вот, стоит 7 лир, лимонад, и вот оттуда начнется шествие, теперь сижу, жду. А вон вы видите на заднем плане дядечка в жилетке, который выписывает плату за стоянку. Мне кажется, вот у него самая ужасная работа, самая тяжелая работа в Алании. Как вам, кстати, такая идея, чтобы сделать топ-10 самых тяжелых работ в Алании? Мне кажется, это было бы классно. Еще знаете, какая тяжелая работа в Алании? Когда начинается сезон дождей, и работники в резиновых сапогах, в плащах ходят и убирают улицы. Вот это тоже, кстати, одна из самых тяжелых работ в Алании. Ну а сейчас ждем шествия.
Города побратимы. Города побратимы Алании. Эстония, Грузия, Россия. Ну и эти детки будут выступать потом на концерте. Вот видите, Алания, северо какое-то общество национальное. Вот это самый красивый конь, вот этот. Самый красивый конь этот из всех. Siz Türklerin derisiyle otak kuracağım kendime. Ertuğrul yok mu orada? Ertuğrul gitti. А вот и верблюды. Гелюк! Гельмами! Ой, маленький верблюжок. Это боевые верблюды, которые принимают участие в верблюжьих боях, по-моему, это они. Ой, ой. Beni sonra sana. Sağdım geldim. Ben giderim seni. Thank you.
Hadi biz de gidelim ya. Vaa vaa aç karada. Парад завершился кортежем с джипами. После этого фестиваль длится 3 дня. Это было начало открытия фестиваля. Каждый день будут проходить концерты за мэрией всяких разных поп-звезд Турции, типа Мустафа Джиджели. И, конечно же, в следующем видео вы увидите стенды. Сейчас я пройду на набережную, посмотрю, что там со стендами. Но стенды, скажем так, обзор на стенды и что там есть интересного, вы увидите уже в следующем видео. Потому что ждала я парада целый час, практически очень устала. Поэтому сейчас быстренько гляну и пойду отдыхать. Сейчас на стендах очень много народу, вот в этих палатках. Видите, за мной вот какая толпа, они все идут туда. Завтра мы сходим днем. И я вам покажу лучше, когда будет меньше народу, чем сейчас толкаться вместе со всеми. Еще хочу сказать одну печальку. Очень жаль, что город Мурманск не пригласил своих мурманчан поучаствовать в параде вместе с ними под знаменами города Мурманска. Особенно обидно мне, знаете почему? Потому что я была инициатором того, чтобы Мурманск стал городом побратима Малания. Но скажу вам открыто и честно, бывший мэр Мурманска просто украл эту идею и сделал вид, что все это дело он организовал сам. Хотя инициатива шла непосредственно от меня, непосредственно из Алании. И никакой у них инициативы собственной не было, чтобы стать городом-побратимом Салани. Поэтому очень обидно от того, что здесь проживающих мурманчан, а их немало, не пригласили представители Мурманска и Мурманской мэрии, которые приехали на фестиваль туризма. В прошлом году я с ними общалась, но что в лоб, что по лбу. В общем, они сюда приезжают, по ходу дела, просто отдохнуть, потусовать, а все остальное им все равно. Поэтому, друзья, вот на такой печальной ночи я заканчиваю это видео. Всем всего хорошего, приезжайте в Аланию, и в следующем видео посмотрим, что же находится в этих стендах. А на сегодня пока-пока!